Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Honda Free 2013 года в белом цвете с бензиновым двигателем объемом 1,5 литра, мощностью 118 лошадиных сил, а КПП передний привод, имеется спойлер, автомобиль на хорошей резине, установлены ветровики, имеются повторители в зеркалах, бесключевой доступ, пробег 125 тысяч километров, по салону темный салон, чисто ухоженный ткань, имеется третий ряд сидений, мультимедиа, кондиционер, климат-контроль, обогрев заднего стекла, режим Econ, две электродвери, система курсовой устойчивости, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Пройдемся по ЛКП. 66, 72, 71, 74, 63, 71, 68, 74, 69, 65, 72. Актуальную цену наличия данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.